Добрый вечер. Ночью, начиная с западных регионов Латвии, усилится влияние области повышенного давления. И в Курземе и Земгале облачность постепенно рассеется. Там осадки не ожидаются, но образуется туман. При этом на востоке страны еще сохранится облачная погода и пройдут затяжные дожди, местами сильные. В начале ночи возможна и гроза. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха плюс 8, плюс 13 градусов. Днем в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны без осадков. И только на восточных рубежах временами будут идти дожди. Ветер преимущественно западный, слабый. Максимальная температура воздуха плюс 16, плюс 21 градус. В Риге этой ночью плюс 10, плюс 12, без осадков. Днем в столице солнечная погода и воздух прогреется до плюс 19, плюс 21 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. На этом погоде все. Хорошего вечера и до свидания.